палату к 68-летнему Юсуфу Иркенову врачи заглядывают практически каждый час. Из всех пациентов отделения ему уделяют особое внимание, поскольку несколько дней назад мужчина перенес сложнейшую операцию. В его сердце вживили искусственный клапан. Юсуф Исаевич последние годы жил с постоянными болями и страхом, что в любой день его жизнь может оборваться. Об этом предупреждали и врачи, настаивая на срочной операции. Осенью, во время осенних работ полевых, меня начали мучать одышки, боли в желудке страшные. Я пришел к врачу, к местному, у себя в Малокарачаевском районе. Она быстренько провела обследование, говорит, у вас стеноз уже третьей степени. Никак нельзя откладывать. Бегом, бегом, бегом на обследование и на операцию. Вот два раза УЗИ принимал, на УЗИ тоже девочки сказали, говорят, откладывать никак нельзя. На операцию, которая должна была проводиться в Астрахани, Юсуф Иркенов, конечно же, согласился. Его пугало только одно, что для установки клапана необходимо разрезать грудную клетку и останавливать работу сердца. А для людей пожилого возраста такое хирургическое вмешательство может быть опасным. Но Юсуфу Исаевичу повезло. В региональном сосудистом центре ему предложили протезирование аортального клапана с помощью инновационной методики. Без разрезов, всего лишь через небольшой прокол в бедренной артерии. Врачи называют это малоинвазивной хирургией, а саму операцию – уникальной и высокотехнологичной. Проводится проводник специальный в камеру сердца, в левый желудочек. По нему проводится, собственно, система доставки этого клапана. Вот. И там уже при определенной репозиции этого клапана под ангиографическим контролем этот клапан раскрывается. Раскрывается и, собственно, начинает свою новую функцию, вот, с помощью которой происходит нормальное выталкивание крови из левого желудочка через аорту в кровеносные сосуды. По словам специалистов, проводить такие операции способны хирурги лишь нескольких крупных медцентров. Под силу она врачам и регионального сосудистого центра, где сегодня выполняется весь спектр высокотехнологичных операций. Теперь на поток будет поставлена и транскатетерная имплантация аортального клапана. Я эту операцию по телевизору видел то ли 2, то ли 3 года назад. В Москве одной 80 с чем-то летней женщине делали. Ну, моей радости не было конца. Я согласился, пришел. Вот буквально позавчера была операция. После наркоза я как будто просто прилег поспать. Все нормально. Как сейчас себя чувствуете? Сейчас лучше. Перед тем, как выполняется эта операция, пациент за месяц госпитализируется к нам. Мы проводим тщательные обследования, в том числе КТ, ангиографию сердца. То есть замеряются каждый размер, то есть все эти срезы, поперечники, продольники. То есть для того, чтобы заказать конкретный, индивидуальный для него клапан, мы должны собрать полную картину сердца этого пациента. Через неделю Юсуфа Иркенова выпишут из больницы. После этой операции не требуется долгий период восстановления. Вот еще один плюс современной методики, все прелести которой Юсуф Исаевич ощутил на себе. Дарья Назарова, Назир Капышев, Архыз 24.